Трамвай модели 71407. 71407 – российский пассажирский односторонний четырехосный высокопольный трамвайный вагон с переменным уровнем пола и асинхронным тяговым электродвигателем производства ОАО «Уралтрансмаш». Выпускается с 2009 года. За 5 лет изготовлено более 65 серийных экземпляров. По состоянию на октябрь 2015 года вагоны данной модели эксплуатируются в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Туле, Краснодаре, Таганроге, Нижнем Тагиле и Волгограде, где вагон находится на тестовых испытаниях. Вагон создан на базе предыдущих моделей трамваев производства ОАО «Уралтрансмаш». По сути, является более углубленной модернизацией вагона 71405 с пониженным уровнем пола в средней части кузова. Первый вагон данной модели был представлен на выставке «Магистраль-2009» в Нижнем Тагиле 10 сентября 2009 года. Вагон может эксплуатироваться как одиночно, так и в СМЕ из двух вагонов. Сцепные устройства унифицированы со сцепными устройствами вагонов «Татра Т3». Площадь низкопольной части пассажирского салона составляет 39%. Заявленный срок службы вагона – 20 лет. Ресурс докапитального ремонта – 500 тысяч километров. Удельный расход электроэнергии летом – 1,6 кВт на километр, зимой – 2,3 кВт в час на километр. Максимальная скорость трамвая – 75 км в час. Масса – 20,5 тонн. В салоне имеется 27 посадочных мест. Полная вместимость – 190 пассажиров при расчете 8 человек на квадратный метр. В салоне имеется 3 двери. Освещение салона люминесцентное. Длина трамвая – почти 16 метров. Ширина – 2,5 метра. Высота – 3 метра. Это был трамвай модели 71407. А героем следующего выпуска станет вагон модели 71605. До новых встреч!